Всем привет! Сегодня я на даче. Хочу попробовать сделать хачапури на шампурах. Коллега по работе посоветовала мне это. Нам понадобится мангал с углями, естественно. Также слоеное бездрожжевое тесто. Можно и дрожжевое. У меня ушел один рулон. Сыр сулугуни, грамм 500. Можно и российский, да и вообще в принципе любой. Бывают сыры натирают на терке, но у меня супер простой рецепт. Также нам нужно будет 2 яйца, но мне кажется подойдет и одно. И муки немножко. Берем сулугуни и режем кубики прямоугольники. Нам нужно, чтобы куски потом можно было насадить на шампуры, и они там держались. Берем тесто и раскатываем. Правда, из меня раскатывальщик тот еще. Нарезаю полоски из теста. Теперь нарезанные кусочки сыра нанизываем на шампур. Берем полоску теста, закрепляем ее и забинтовываем ей сыр, как будто он ранен. Бинтовать надо внахлёст, чтобы сыр расплавленный не повытекал. Ну и в конце надо хорошо все запечатать. Потом я приминаю руками тесто. Вот в итоге получилось 5 шампуров. В общем, я еще и мясо пожарил, но про это видео я уже делал. И про овощи тоже. Ссылки дам в описании. Теперь разобью яйца в плошку. Размешаю их и обмажу наши хачапури, чтобы они имели румяную корочку в будущем. Промазываю все хорошенько. Кулинар из меня, конечно, да. Подразгребу угли, нам сильный жар не нужен. Кладем в шампуры и часто крутим. Смотрим, чтобы тесто не подгорало. Рядом, кстати, шампиньоны, про них как-нибудь потом видео сделаю. Крутим почаще. Говорят, хорошо еще дырочки сделать небольшие зубочисткой в тесте, чтобы сыр не тек. Но у меня вроде особо не натекло. Готово. Заняло 6 минут. Вот что вышло. Можно отрывать руками от этой колбасы и кушать. Мои съели все. Получилось очень вкусно. Рекомендую. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч!